Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем мир юрского периода. Так, давай зайдем в схватки и посмотрим, что у нас доступно. Чудовище глубин и денежная борьба. Ну, в принципе, не так много событий сегодня, поэтому, наверное, приступим. Кейвике, бакулит, прокачанный причем бакулит, и тилозавр. Ох ты, ёк-макарёк. Ладно, давай посмотрим. Против этого мы возьмем с тобой... Я думаю, что Архилон, наверное, все-таки справится с КВК. Так, с бакулитом будет у нас драться. Наверное, плезиозавра я возьму. Ну, а против тилозавра здесь надо будет брать ромалиозавра. Не, давай возьму кранозавра. Все. Интересно, интересно. Так. Ну, КВК это у нас типа такого, да? Лохнесского чудовища. 350 к атаке у нас идет. Ну, я думаю, что есть смысл бомбануть. Хорошо. Окей. Будет, наверное, меняться, скорее всего. Да, он меняется и берет бакулита, у которого 386 к атаке. Серьезная заявочка. Серьезная. Тогда мы с тобой возьмем ромалиозавра. Ой, плезиозавра. И, наверное, тоже сделаем атаку. Ага. Будет же он меняться, наверное. Скорее всего, будет. Ух, тилозавр. Фига себе, 441 к атаке. Да, ребята, тут, конечно, уже хо-хо, не до шуточек. Блин, он у кранозавра. Он же одну атаку сделал, да? Одну. Ну, я попробую, короче, прописать. Вырубаем мы этого тилозавра. И выходит Кивике. Ну, как ты видишь, 159 к атаке. Естественно, 2 атаки будет ему достаточно, чтобы нас уничтожить. А он тратит все, тем самым давая нам зеленый свет на свое уничтожение. То есть, получается, 2 атаки мы делаем. Раз, два. И, наверное, я возьму еще так и вот так. Ну что, Кивике отдупляется и вылазит бакулит. 4 очка действия у него. О, ну все, ребят. Все, 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 все. Бакулит, ты подписался под смертный приговор. Так ведь? У нас же... Да, у нас классовое превосходство перед этим бакулитом. 5 очков действия, которые я все сливаю в атаку. Ну и, соответственно, мы здесь с тобой побеждаем. Блин, прикольно выглядит прокачанный бакулит. Мне нравится, как он выглядит. Я себе такого же хочу. Но пока нет возможности. Нет у меня карточек на него. Так, это была только первая драка. Плезиозавр, Архилон и Мегалодон. Так, ну здесь можно, в принципе, неплохо погулять нам с тобой. Кстати, Артакон-то не прокачанный. До 20-очки у нас. Значит, мы сделаем с тобой следующим. Я возьму Артакантуса, он как раз против... Ракушечников идет, да? Пещерник. А против Мегалодона мы возьмем с тобой ромалиозавра. Ну и здесь кого-нибудь в придачу. Так, кранозавр тоже, кстати, не прокачан. Мы хотели их соединить. Двадцатка и двадцатка. Надо будет насчет этого подумать. Так опять же, у нас все время занято с тобой эта улучшалка. Постоянно кто-то там сидит. Ну что, я, наверное, ударю разочек-то по этому плезавру. Да, он не ожидал, конечно, я понимаю. Ну что, будет, наверное, меняться все-таки на Мегалодона. Вызвал Мегалодона и думает, что очень крут. На самом деле, нифига не крут, потому что мы с тобой вот так вот сделаем. 205 к атаке. Соответственно, двух достаточно нас уничтожить. Он тратит все. И ромалиозавр, конечно же, сейчас его просто через мясорубку прокрутит. Мегалодона этого. Раз, два. Раз, два. Вот так я сделаю. Замечательно. Ну что, Архилон, выходи. У него 313 к атаке. 3 очка действия. Ну, сейчас посмотрим, сколько он будет сливать. Все. Ну, я думаю, что мы все-таки выживем. Мы выживаем. При том, что он все слил. Раз, два.
два, три. Вот этого будет достаточно. И три бонусных очка мы с тобой берем. Соответственно, наш Артакантус сейчас просто разорвет Плезиозавра. Просто разорвет. Тут понятно, сейчас он убьет, конечно, Ромалиозавра мне. Причем он все сливает, абсолютно все. Ну и Артакантус просто веселится на останках вот этого вот Плезиозавра. Само собой, ты посмотри, какая у нас, ребята, прыть. 7 атаки, мертвая петля, само собой. И на скоростях он его бомбит. Почти 8500 урона. Прекрасно. Тактика сработала, ребята. Ну что, у нас последний здесь заключительный поединок. Давай посмотрим, что у нас здесь выпадет. Туса Теутис. Вот это да, такого я не видел, ребята. Туса Теутиса. Против него нам надо будет брать Тилозавра. Стой, 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 подожди. Ну да, вообще-то Тилозавра. Против Хайнозавра надо взять... Хм, сколько? Блин, не хватает. Ой, ребят. Блин, еще и зависла игра. Придется перезаходить. Ничего не активируется, ребят. Так, ну что, значит, выбираем, кого мы там брали. Тилозавра против этого нам... Да я даже не знаю, кого против него взять-то. Просто не знаю. Ладно, давай возьмем вот так. И Зуходуса, наверное. Да? Да. Поехали. Я думаю, все равно мы здесь с тобой победим. Ну, здесь этого мы вообще с одного удара сносим, прикинь. Туса Теутиса. Тоже типа какого-то, я не знаю, кальмар, не кальмар. Так, Хайнозавр. Но я тебе скажу, по атаке он слабее, чем мы. Очень слабее. Так что я, наверное, вот так сделаю. Ой-ой-ой, как бы не зря я так поступил-то. 3 очка действия. Сейчас, наверное, бомбанет по полной программе, да? Точно, ребята, он вырубает. Блин. А сможем ли мы теперь его подбить? В принципе, сможем. Да, он все слил. У нас 5 очков действий. Раз, два, три. Этого будет достаточно. И вот так сделаем. Хайнозавра мы с тобой топим. Так, и выползает у нас Тринокромерум. Ну, ты видишь, 157 к атаке. То есть вообще ему нас не пробить никак. А вот мы сейчас ему хорошечно ударим. Все, друзья. Это событие мы с вами проходим на изи. Но зато всех своих водоплавающих, ребят, я потратил, так скажем. Колесо призов. Я даже тут ни на что не надеюсь, если честно, ребят. О, Энтеладон. И будь здоров, как говорится. Так, столкновение. Борьба насмерть. Кто теперь король динозавров? Без понятия, кто теперь король динозавров. Ага, даже три... У нас даже долларов нету, чтобы мы могли здесь с тобой сыграть. Так, ну что, мы здесь забираем с тобой вот это вот. Совершить одну сделку. Ну давай попробуем совершить с тобой одну сделку. Все на хавчике тут. Да, вот это мы сделаем. А это что у нас? Очки доверия поменять на одного мегистатерия. Нет, вообще не хочу, ребята, этого делать. Так, что там у нас опять? Кто? Давай хоть посмотрим, кто у нас там. Я не вижу, а кто? Ой, это Пастазух. Нет, 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 нет. О, иди разберись. Я его знаю, этого Пастазуха. Очень сложно его поймать, поэтому как бы лучше Оуэн этим пускай разбирается. Так, а что у нас тут на рынке хотят показать нового? Я что-то не могу понять. Я вроде ничего нового не получал, в общем-то. Почему-то моргает. Слушай, мы, кстати, можем же на янтарном рынке. Нам 24 тысячи дали в тот раз. Мы можем... Блин. Бакулит 37, а этот метеоринг, который мне нужен, он стоит 27 тысяч. Даже я бы сказал 28. Тринокномером тоже 27 тысяч. То есть, ну, не получится у меня ничего пока здесь приобрести.
Так, давай-ка мы глянем, знаешь что? Что у нас там созрело? Опачки. Так, легендарочка, да? Леоплевродон. Мы его поместили. Это вот он же, да? Так, кстати, мы с тобой вот этого хотели. Оп. Да-да-да, как он шустрый-то, ты посмотри, а? Да, шустряк. И давай посмотрим, что у нас все-таки здесь по эволюции-то. Посмотреть результат. Ага. Раджазавр готов. Поместить. Так, 21-21. Это уже у нас, грубо говоря, 30-30. Сороковка, что ли, уже готова? Серьезно? Блин, а хватит ли мне еды? Ай-яй-яй-яй-яй, еды-то не хватает, ребята. Еды-то не хватает. Так, эволюция произошла. Смотрим. Точно произошла. Шикарно. Поместить. То есть тоже будет готов к эволюции на 30 уровень. И здесь у нас еще и этот появился на свет, да? Спинораптор, который тоже, естественно, хочет прокачаться и сделаться еще сильнее. Проэволюционировать. Так, ну а тут у нас Эдиоморфодон. Я все-таки решил, ребята, их скрестить. Думаю, что у нас достаточно уже пернатых птерозавров. И вот я решил все-таки их скрестить. Так, ну у нас тут с тобой есть ячейки, поэтому... Так, секундочку. Мы хотели с тобой сейчас только что кранозавра, да? Да, начать эволюцию. Пускай прокачивается до 30 уровня. Я думаю, что он заслужил. И так как у нас есть еще одна... Ведь есть же, да? Есть еще одна ячейка. Только вот надо посмотреть и подумать, кого мы можем с тобой здесь... Мы можем... Ага, докозавра никак. Докозавра, к сожалению, пока никак. Ну-ка. А ты... Далихоринхопс тоже никак пока мы не можем, потому что не хватает. Ну а ты? О, геликоприон готов, в принципе, ребята. Начать эволюцию 50, ладно, включаем. Пускай, ребят, прокачивается. Пускай прокачивается. Так, кто у нас тут? Ну этого, я думаю, можно, наверное, и самому поймать. Че, попробуем? Раз, два, три. Да, он ловится довольно быстро. Как ты видишь, у него шкала красная очень маленькая. Ну и по скорости. Тут идеальная, скорее всего, будет поимка. Раз, два, три. Ну и последняя попытка. Четвертая. Вообще легко. Вообще, ребят, легко. Идеальная поимка. Ну и, конечно же, маловато нам дают опыта. Закончено. Что закончено? Оух, мы тут еще с тобой ДНК-шек наполучаем. А пак? Цель не достигнута. Да, на пак не заработали. К сожалению. Печально. Хотелось бы, конечно, получить пак. Так, ну что, у нас еще там есть событие, насколько я помню. Это денежная борьба. И открыта схватка чемпионов. А схватка чемпионов это у нас... Ну да, это все по стандарту. Ну что, поехали на денежную борьбу. Диметродон, гиганоцефал и метриолонг. Два хищника плюс травоядник. Ну, с хищником все понятно. Мы можем здесь взять с тобой, например, диплотатора. Его, наверное, одного будет достаточно. Против гиганоцефала здесь взять... можно раджастегу, наверное, да? И... Для проформы можно взять, например, еще ихтиостегу. Мы даже можем немножко по-другому сделать. Вот так. И вот так. Ну что, попробуем, друзья мои. Гиганоцефал, конечно, очень мощный. Поэтому я не уверен, что раджастега может даже как бы справиться здесь. Ну, посмотрим. Ходит первый я. Так, сразу ему удар сделаем. Как же хорошо, а. Диметродон получил свое. Так, неужели он будет атаковать? Вряд ли. Конечно же, берет своего гиганоцефала. У него 536 к атаке, прикинь. Я поменяю, ребята. И сделаю еще к тому же дополнительный бонус к себе.
Я так и думал, что он возьмет защиту. Атаковать он забоится, поверь мне. Это будет с его стороны очень глупое решение. А вот если мы сейчас его бомбанем, и если он не успел ничего взять, то ему крышка должна быть, ребят. Проверим. Но все равно на 1500 это неплохой удар. Меняет, все-таки испугался. Но тут, наверное, ага. Ну что, их тестега, выходи. Выходи и, наверное, атакуем. Ну, 12 хп оставили ему. Нормально, это нормально, друзья. Так, сейчас пойдет слив капитальный, да? Да, капитальный слив пошел. Короче, теперь мы сделаем с тобой следующим образом. А, там два хищника сразу же идет. Два, да? Значит, мы тогда делаем вот так. Одну атаку и... Так и вот так. Ну, ладно, ничего страшного, ребят. Абсолютно ничего страшного. Пробить нас не пробьет. Блин, меняется. Так, ну что, этого надо выносить. Все, ребят, тут... Шутки в сторону. Раз, два, три. И вот так. Ему должна быть крышка. Да? А, подожди, крышка. Ё-моё. 708. Блин. Нам крышка, ребята. Он все потратил. Ну что же. Одна атака, значит, получается у нас. Одна атака. Раз, два. Раз, два. Поехали. Гигант цефал в топку. Димитродон. Ну, у него здоровье тут, сам видишь, на один удар. Посмотрим, что он сейчас предпримет. До свидания. До свидания, Димитродон. Так, две атаки делаем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ах ты, жук навозный. Взял все-таки два очка действий себе, да? А, нет, одно. Ну, все равно ему крышка, ребят. Не-не-не-не, даже не думай об этом. Даже об этом и не думай, парень. Захотел чего? Вырубаем его, конечно же. На 10 500 урона мы ему нанесли. Так, ну что, первый поединок был неплох. Переходим с тобой плавненько на второй и смотрим, что у нас там будет происходить. Денежная борьба, да. Метриолон, Крутозавр и Анкилодок. То есть тут у него соляночка получается. Ладно, против Метриолонга мы возьмем Нундагозавра. Против Крутозавра мы возьмем Топиелозавра. И против Анкилодока мы возьмем, наверное, с тобой... Ну давай возьмем Таникалагриуса. Ну а что еще мы посоветовать здесь? Ну что, сразу в лупе, наверное, да? По полной программе. Хорошо. Если он сейчас не поменяется, ничего не сделает, нам еще атаку, и все, и он отдыхает. Хм. Ну-ка, проверка. Ты смотри, как что делает. В защиту поставил. Ладно, что на этот раз? Меняется. Он меняется на Анкилодока. Он меняется на Анкилодока. Попробуем. О, хорошо как. Тыщенку мы у него отнимаем. Даже 1200. Вот сейчас нам будет совсем не весело. Он вырубит меня сейчас. Да, Таникалагриус, конечно, здесь немножко, ну, захандрил, а что сделаешь. Но он все зато слил. Получается, нам нужно с тобой 4 атаки провести, да, чтобы его ушатать. Даже не 4, 3 всего хватит. И сделаем, наверное, защиту. Так, Анкилодока в топку. Крутозавр, соответственно, сразу испугается, потому что у него классовая слабость перед нами. Вряд ли он тут будет выпендриваться, скорее всего, поменяется. Ты смотри, ребята,
вот это нежданчик, если честно. Вот серьезно тебе говорю. Я не ожидал, что он так сделает. Раз, два, три. Уничтожаем его, да? Крутозавр этого. Ну и... Да что он сделает, этот метриолонг против нас? У нас 2328 хп. Это если он даже все сольет, ребят, ничего у него не выйдет. Поехали. Неужели он возьмет 4 защиты? Нет, конечно. Все, до свидания. Отдыхай. Вот тебе весь метриолонг, ребята. Сдулся. Я считаю, неплохо было, да? Сыграно. Ну что, последняя битва. Супранотитан, тиранозавр и... Ого, два супранотитана и тиранозавр. Это что-то, что-то мощное, ребят. 15 баксов, я ничего не смогу здесь сделать, прикинь. Ай-яй-яй-яй-яй. Как мне против этих бизонов драться? Я ума не приложу. Нет, конечно, птеродактиль у нас есть. Твою дивизию. Но это же трэш. Ребят, это просто трэш. Я могу, конечно, рискнуть. Но это... Это, наверное... Так, давай мы сделаем, наверное, все-таки вот так. Вот так. И уже... Вот так. Это какое-то самоубийство, друзья мои. Против таких бизонов выходить. У них по 2200 хп. Это жуть. Смотри, 786 к атаке. Да. Видишь, что творит? Видишь, что вытворяет? Проверка на вшивость. Сейчас будет, ребята, проверка на вшивость. Давай так сделаем. Ну давай, ударь, ударь. Он все слил. Ну что, птеродактиль, теперь твоя вот очередь тут бомбить. Я не знаю, сможешь ты его уничтожить. По идее, ты как бы можешь. Раз, два. У него 2200, да? Три. Раз, два, три. И вот так вот. Поехали. Супранотитан один готов. Надо будет на Таникалагруса переключиться обязательно, ребят. Смотрим, сколько он будет делать к атаке. 4. Я не удивлен. Я не удивлен. Все, он слил, получается, да? Ну что, поехали. Раз, два. Этого достаточно. Ох, раз, два. Три. И вот так. Так, ну что, тиранозавр мод 2 в топку. И выходит супранотитан. 4 очка действия он получает. Если 4 тратит, пробивает нам один удар. А вот это уже интересно. А вот это уже интересно. Проверка. Проверка, друзья мои. Смотрим, сколько идет на слив. Сколько чего. Все. Пока, супранотитан. Ты прокололся. Ты думаешь, я его просто так взял? Конечно же, на мясо, ребята. На мясо я его взял. А теперь все 8 дополнительных очков мы с тобой спускаем на атаку. И тут уже ничего его не спасет. Да, птеродактиль — это вещь. Это круто. Я бы его с удовольствием, с превеликим бы еще прокачал бы выше. Это вообще была бы просто, ребята, смерть с небес. Я бы так назвал бы эту птичку. Ну что, динобаксы 30, 30, 30 и 30. Получается 180 бакинских. Подожди, какие 180? 30, 30, 60, 120. 120 баксов мы получили. А, друзья мои, я совсем забыл. Мы же с вами накопили. Накопили достаточное количество очков доверия. Поэтому чистое золото, конечно же, чистое золото сегодня открывается. Посмотрим на этот наборчик. Скрестим пальчики и загадаем желание. Поехали. Так, еда, кто-то там такой интересный. Доллары, доллары. Ух ты, Генодус, друзья мои. Такой легендарной карты у меня не было. Это черепашка у нас получается, да, это морская легенда. Так ее назовем, да. Я очень рад, я вообще обожаю, когда
какие-то новые карты у нас появляются. Новые динозавры, точнее. Так, где же ты у меня, Генодус? Вот он. Он у нас коралловый, да, получается? Ну, рифовик, скажем так. Конечно же, я его активирую. Он будет выводиться 5 часов. В принципе, 6 часов не так долго, ребят. Вот по отношению, как при назух этот выводится. Это трындец. Так, здесь-то у нас что? Так, а у нас еще одна ячейка, оказывается, есть. Так, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Где у нас раджозавр? С едой-то... Чуть-чуть нам не хватает с тобой еды. Совсем немножечко. Так, в 25 тысяч. Ну, давай посмотрим. 3 мода нам нужно еще. А, 2. 2 мода. Собрать, я не знаю даже, что придется нам тратить, наверное, доллар. Ну, и доллары. Деньги. Монеты. Так, давай посмотрим. Дельта обычные моды нам сейчас подкинет. Так, до конца боя уменьшает запас УЗ вражеского существа на 20%. Замечательно. Так, давай еще. Дельта, дала бы мне ты лучший пак. Я был бы очень тебе признателен. Но нет, опять же, слабость дает. Ну, мы с тобой выполнили это задание. Получаем награду. Так, ПВПшки, ускоряшку нам нужно. Че, я вообще ни одной ускоряшки не сделал. Ни одной ускоряшки я не сделал. И уже, наверное, не сделаю, потому что у меня все здесь забито мощными ребятами, да? Сколько тут? 3 часа. Ну, 76 долларов не хочу тратить, ребят. Жалко мне, понимаешь? Вот 23, да, 23 я, пожалуй, могу потратить. Но 76 это как-то уж больно круто. Давай еще. Так, геликоприон у нас с тобой завершил. А дело за малым, естественно, только лишь прокачать его. Так, ну что, ПВП и кенезойская эра. Ну ты сам уже понял, наверное, да? На что я клоню? Так, 20-ка, 20. То есть геликоприон у нас 30 уровня уже обеспечено будет. Так, а здесь? Здесь надо кого-то... Блин, опять же с хавчиком проблемы. Скафагнатик. Кстати, да, мы можем с тобой скафагната прокачать. Ну, как прокачать? Поставить на эволюцию, ребят. Так, здесь, кстати, тоже можно кого-то вывести. А кого ты хочешь вывести? Кто у нас тут есть? Или кто нам нужен? Элосмозавра можно было бы. Давай, наверное, так и сделаем, чтобы элосмозавра поставим. Пускай он тут выводится потихонечку. Так, а здесь у нас еще одна ячейка. И можно кого-то... А их тестега где у нас? Слушай, давай-ка попробуем, а? Вдруг у нас получится его поймать. Но шансов, конечно, ты сам видишь. Это легенда. Это бриллиантовая легенда. И чтобы его поймать, нужно очень постараться. Но если ты постараешься и поймаешь, ты получишь очень много опыта. И все возможные плюшки. Да. Уже не светит, ребят. Он, по-моему, от меня убежит сейчас. Ай, жаль. Конечно, хотелось бы его поймать. Но не знаю. Ну хотя бы до синей, фиг с ним. Ай, промахнулся. Хотя бы до синьки довести, и я бы уже был бы рад. Ага, все. Сейчас главное не оплошаться, и все будет окей. А у нас, как всегда... Есть. Фью! Главное, что я его поймал. Главное, что я его поймал. Мне не надо было там ждать, команду там собирать и все тому подобное. Так, что дальше я хотел сделать? Так, тут у меня все забито. Здесь, вот здесь вот надо, да? Так, это Лимносцелис. А где у нас пастозух? Я хотел давным-давно еще пастозуха прокачать. Потому что он у нас не прокачан, это я тебе точно говорю. И мы прекрасно видели, что он довольно мощный. Так, а ты что тут? А, это Гуаньлун. Давай посмотрим. Пастозух, это у нас идет к рептилиям. Где же ты, пастозух? Подожди секундочку. Пока что-то я его тут не замечаю даже. Так тут уже пошли легенды, не то. Кстати, их тестега. Ну-ка перейти на нее. Вот. Хватит хапчика? 128 тысяч.
Давай, наверное, сделаем вот так вот с тобой эволюцию за суточку. Пускай, ребята, он выводится. Как раз у нас ихтиостега, потом раджазавр. Ну и сам понимаешь, мы с тобой сделаем раджастегу. Это будет крутой динозавр. Если мы его прокачаем, то это вообще будет шик и блеск. Так, что тут у нас? Какой-то опрос. Новое существо дороже. Что вам интереснее? Существо дороже с максимальным уровнем. О, 250 ДНК. Просто какой-то легенький опрос, и 250 ДНК получил на халявку. Так, а у нас по событиям-то все, ребята, да? Ну, здесь, как ты знаешь, тут хищники у нас. И здесь нужны мои вот эти вот бойцы невидимого фронта. Именно эти рептилии, чтобы здесь победить. А они у меня отыграли свою роль, поэтому здесь я уже ими поиграть не смогу. Но не забывай, что в 3 часа или во сколько там, 4 часа у нас с тобой обновится все. Обновятся все события. Так, подожди-ка, я уже хотел закругляться. А здесь-то у нас еще ПВПшечки. Ну-ка, пойдем-ка в канайзоечку поиграем. Раз. А то я уже закругляться тут стал, понимаешь ли. Ну-ка, давай. Надо отыграть нам обязательно. Как же так-то? И еще там две ПВПшки. Ну, когда мы с тобой на арене идем, да, играем в лиге. Ох, ёк, макарек, сумчатый лев. Нифига тут. Да. 31-й, 39-й. Вы что, совсем что ли офонарели? А? Я не понял, еще и вылетает. Нет. Я думал, игра улетела. Ну, это сейчас он две атаки мне сделает, и все, ребята, и пиши пропало. Ну, я считаю, ну это что это, ребята, за имба такая, а? Да. 570. Ну это трэш, конечно, трэш, друзья. Что я тут сделаю? Сейчас он просто две атаки мне впишет, и все, и мамонта моего как не бывало здесь. Но зато мне надо было отыграть, и я отыграю своих животных. Три штуки. Че он там еще вот специальное время тянет? Как будто не знает, что у меня больше ничего нету. Две атаки надо делать. Ну а этот урти, как вот там, уртинатериум, он что здесь делает? Да ничего не сделает. Что он тут может сделать против сумчатого? Ну, одного-то завалим, понятное дело. А вот с этим как быть? 807 хп у нас. Нет, это бесполезняк. 998 к атаке. Куда, ребята, мне с таким? Сумчатый лев. Это же не гибрид, это, ребята, сам по себе, да? Ну да, все расписывает мне. Ну а что, они взяли бы еще сразу 40-х уровней-то, что? Че пожадничали-то? У меня 10 уровень, а тут 40-е. Играй как хочешь, тем более леги вылетели. Нормально? Да, мне даже сыграть-то не за кого. Нет, я могу, конечно, еще вызов сделать. Тут возьму, например, шерстистого носорога. Возьму, например, Келлинкина, да. И Синтетцератос. Все, ребят, поехали. Ой, зачем? Ну, уже поздняк, все не поменять, к сожалению. Зачем мне два ледника-то, ё-моё? Надо было брать амфициона, да и все. Дедикурус, Дипродон, Индрикотерий. Опять же, классовое преимущество, короче, понятно все. И он еще и первым ходит. Давай, Дедикурус, не капай мне на мозг, а? Ходи давай. Типа не стал, да? Типа пожалел. Ладно, хорошо, мы вот так вот сделаем. И защиту я поставлю. Тут он сразу немножко приструнился. Он понял, что дело пахнет керосином, и надо меняться. Будет меняться, конечно же. Конечно же. Берет Дипротодона. Ну, мы с тобой возьмем мясо. Мы с тобой возьмем мясо здесь. И бонус. Будет, конечно же, будет атаковать. Я бы атаковал, да? Тыч. Наше мясо отыграло. Ну что, у него 700 хп. Значит, нам нужно с тобой сколько сделать? Три атаки, да? Раз, два, три. Но он, по-моему... Я вот не помню, он брал? Нет. И круто, раз не брал.
Так, Дедикурус, а? Этот-то меня сейчас тут и ушлепает. Сколько ему уже? Две атаки сделать? А он делает три. Но он не знает, что я взял защиту, поэтому перестраховывается, так скажем. Ну что, Келлинкин, давай, я не знаю, как-то надо нам с тобой. Раз, два. Раз, два, три. Надо как-то нам выкручиваться. А он защиту еще взял, да, Дедикурус-то? Меняется. 422. У-у-у, так мы сейчас... Мы сейчас можем с тобой очень даже хорошо тут. Раз, два, три. Четыре. И вот так вот. В топку Эндрикотерии этого. И опять же Дедикурус. Давай, 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 выползай. Так, сколько у него сейчас очков-то бонусных будет? Дофигища, да, ребята? 6. Если он 6 все сольет, меня не спасет, ребят, защита. По-моему, все, тут фейл. Да, не поможет мне, к сожалению, блин, жаль. Жаль. Если бы хотя бы еще одна единичка была бы у нас на защите, мы бы, конечно, бы выиграли. Но, ну не получилось. Что я могу сделать, ребят, что я? Не вышло ни шиша, как ты видишь. Давай вот это вот попробуем. Анкилодок, Аптозавр, Уэрхозавр. Нормально, да? Любой хищник, и нам крышка. Так, подожди, что такое, я не понял. Возьмем с тобой, наверное, заряд адреналина. Здесь я возьму, наверное. А что за воля случая? Вся команда получает случайно редкие моды или лучшие. О-о-о! Вот это я хочу, ребят, взять. Воля случая. И возьмем, например, отвлечение. Поехали. Какие-нибудь моды редкие или паршивые упадут, и все. В принципе, ребят, смотри, как круто. Нормально выпала команда нам. Такс. Отвлечение. Воля случая. Ох, ничего себе, это что такое у нас, ребят? Увеличит бонус показателя атаки преимущественного класса. Ого, с 50 нормально. Так, он ходит первым. Он ничего не стал делать. Я тоже ничего не буду делать. Ну что там, пыхтишь, пыхтун. Ничегошеньки не стал делать, прикинь. Я тогда начну с атаки. Вот и все, вот и довыпендрился. Хорошо. Такой же анкилодок у него, но второго уровня. У нас 20-го, а у него второго. Так что пи. Так что пи. Ну вот то, что у него, конечно, защита стоит. Это да, ребят. Вырубил, ты прикинь. Вот так вот. Блин, что этот щит дает? От первой атаки, да? Придется просто щит этот потратить ему. Он же одноразовый? Одноразовый. Ну, здесь-то ты 2000, парень, не пробьешь. О, не пробьешь ты 2000 хп. Даже не думай об этом. Меняет. Хи. Нашел кого поменять. Так, ребята, вмажем по полной программе. Раз, два, три. Да все, я солью. Опа. Опа. Он все перекидывает сюда. Ну давай. 7. Конечно, вырубишь меня. Когда 7 этих потратишь, вырубишь. Но тут у меня вон какой красавчик стоит. Давай, давай. Со своим 581 хп ты что-то хочешь сделать здесь? Пш, умоляю. Ну и все. Подписал, друзья мои, он себе смертный приговор. Ты посмотри, какой у нас красавчик вышел. Даже если он одну защиту возьмет, это ему не поможет. Гуляй отсюда.
Да, здесь было красиво. Эти, конечно, просто мастодонты своего дела. Травоядники вот эти вот, легендарные. Усиленные элитные подарки. Вылетает игра. Так, ну что, мне дали 500 ДНК. Ох, ё-моё, это что тут такое? Техническое обслуживание. $250 мне дали за это. 1000 очков доверий. И еще 5000. Ничего себе, ребята. Вот это да. 7000 очков доверия уже. Вот это я называю, ребята, разработчики заботятся о игроках. Видишь, накосячили где-то. Делают какие-то подарки. Это не во всех играх такое бывает, ребята. Вот, вот за это стоит ценить. Так, итого, ребята, у нас почти 7000 очков доверия. Я считаю, что это вообще топово. Ну что, друзья мои, на этой ноте, пожалуй, мы будем с тобой закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!